Впервые в мире презентация книги проходит на судне. Зорий Гайкович, я поздравляю. Я хочу, вы первые официально получите книгу. Книгу я буду вручать своим героям: Самвелу Карапетяну, Карену Балаяну. Мы добились всего, чего хотели. Я не думал, что напишу целых 3 тома. Но получилось так, что каждый из 3 этапов плавания стал звеном единой цепи. Самостоятельным. Я бы даже сказал, самодостаточным. Так что если бы мы обогнули Европу в 10 этапов, то вынужден был бы написать 10 томов. Слава Богу, уложились в 3 этапа. Парусник причаливал в 60 портах. В 40 из них встречи организовывали наши соотечественники. А возвращение Киликии на родину вылилось во всенародное празднество. Дорогие соотечественники, это мой последний репортаж с палубы Киликии. Но не думаю, что последний с армянского судна. И теперь прошу весь экипаж, кроме Олега Назаряна, оставить палубу, спуститься к вам. Мы передаем Киликию истории.